Всем привет, ребятки! Новый день и новый влог. Вчера перед работой поменяла рыбам воду. Мне так лень иногда это делать, но что поделаешь, они же в такой грязной воде плавали. Думаю, поменяю, чтобы на выходной день не оставлять на сегодня, чтобы не оставлять это занятие. А что вы здесь? Что ты спишь? Замерла эта красная рыба. Они, конечно, медленные такие эти рыбы, но очень красивые. Что ты там спишь? Я тебя разбудила. Сейчас проснется ваш папа, он будет вас кормить. Муж их кормит каждый день, а я только воду меняю раз в неделю. Это тоже очень красивая, синяя. Так, ну я пошла заниматься домашними делами. Кушать, готовить, в супермаркет схожу. Постирать мне сегодня надо. Сегодня я решила приготовить очень вкусный суп из брокколи. Суп-пюре. У нас в Америке очень популярный такой супчик. Для этого мне нужно, для этого супа, мне нужен наваристый вкусный бульон. Достала вчера вот такие вот ножки. Сейчас их промою, поставлю вариться. Бульон. Мне нужно сходить в супермаркет, купить брокколи, купить сливки. Для такого супа нужны сливки. Сыр у меня в холодильнике есть. Сейчас ставлю вариться бульон. Варится куриный бульон. Уже запах такой вкусный от него. Добавила одну луковицу, одну маленькую морковку, лаврушку, душистый перец. Конечно же, посолила. Бульон должен вариться на медленном-медленном огне. Пока варится мой куриный бульон, сходила в душ и хочу, девчонки, вам сделать мой отзыв на вот эту вот пенку. Пенку, которую в прошлый раз купила в Marshalls, в моем любимом Marshalls. А в позапрошлый раз купила вот эти маски. Почему купила эту пенку? Потому что мне очень понравились вот эти вот корейские маски, которые стоят, вот посмотрите, 10 штук я купила за $6. Да, и мне они так понравились, что когда мы в следующий раз поехали в этот Marshalls, я увидела точно этой же, точно это такая же линия, пенка для лица. Девчонки, если увидите вот такую вот или пенку, или маски, покупайте. Вообще за маску заплатила что-то там $5 или $6. Не за маску, а за пенку. Обалденная эта вещь. Вообще корейская косметика классная, но вот эти вот маски, вот эта вот пенка, это вообще что-то невероятное. Пользуюсь сейчас каждый день иду в душ, каждый день пользуюсь этой пенкой. Лицо просто бархатное, девчонки. И в тот же раз купила вот такую вот сыворотку. Сыворотка, вообще-то написано, что это для тела, но вы знаете, я на лицо тоже наношу. Тоже что-то она там стоит $7 или $8, я уже забыла. Сыворотка классная, ну какая разница, тело, лицо, мне так она понравилась, я вообще эту сыворотку купила для шейки и для вот этой вот зоны декольте, ну я начала тоже на лицо наносить, вот приняла душ, нанесла эту, муж умывается, проснулся мой гугусик. Так что довольна, очень довольна своими покупками из Marshalls. Вот это вообще обалдеть. В первый раз купила вот этот крем для рук. Видите, тоже такая же фирма, но эта линия, это... Что там? Почему мужики так сморкаются громко, когда умываются? А вот эта вот линия, это улитка, это крем для рук. Крем для рук тоже классный, но мне вот эта вот линия молочная, видите, здесь даже корова нарисована. Вот эта вот линия мне намного больше нравится. Сейчас муж собирается. Проснулся мой гугусик. А поехали в молл. Ну, поехали, ему сегодня на работу попозже.
Обычно в пятницу его рано ставят на работу, он там уже в 6 вечера, в 7 вечера уезжает. А сегодня ему аж в 9 часов вечера на работу. Говорит, поехали в молл, мы 100 лет не были в этом нашем молле. Там такие вкусные суши. Вообще, суши уже не помню, когда последний раз ели. У нас возле дома был классный ресторанчик, но его закрыли. Что-то он вышел из бизнеса, закрыли этот ресторан. Жаль, конечно, очень жалко. Такие вкусные суши были. Теперь у нас вкусные суши только вот в этом молле. Муж всегда, когда говорит, поехали в молл, у меня сразу ассоциируется молл с сушами. В принципе, нам ничего не нужно из этого молла. Вот так, погулять-то, поесть суши, может выпить этот bubble tea. Вот так я сегодня одета по-простому. Футболочка от Guess, лосинчики Calvin Klein. Ну, такое, знаете, просто и удобно. Я сегодня решила одеть вот эти вот свои шлепки, про которые забыла, я их пару раз всего одевала. Но они такие удобные, они такие мягкие. И вот как раз такая погода, как сегодня, в самый раз для них. Все, поехали. Муж уже ждет. Бульон у меня сварен. Суп буду готовить попозже. На ужин уже будет суп. А сейчас едем в молл. Ребятки, мне, конечно, было очень интересно, забавно читать ваши комментарии насчет моего мужа цвета волос. Я сама в шоке. А что он сделал со своими волосами? Да это не он сделал, это я сделала. Это я когда? Да, baby. Yeah, right. Когда я болела, мы целый день просидели дома. Нам делать было нечего. И я решила покрасить мужу волосы. Вернее, как вместе, так знаете. Он давным-давно хотел какой-то... Дабы. Он давным-давно хотел что-то такое, знаете, себе поменять. Но это временно. Это у него отрастут волосы, он все это срежет. Это абсолютно временно. Он с такими волосами не будет никогда ходить. Ну, понятное дело, что, конечно. Мне, честно говоря, не нравится. Тоже, но... Он у меня такой, знаете, легкий на подъем, легкий на какие-то изменения. Ему что-то... Вот захотелось, ему сделал. Через пару недель сострижут это все, и будет у меня опять нормальный муж. Погодка у нас сегодня в Нью-Йорке шикарная, да, и вообще каждый день у нас вот такая классная погода. Дождей как-то вот в сентябре совсем нет, я уже не помню, когда последний раз у нас был дождь. А мы едем в молл, ура! Да, baby, long time we didn't go to mall, I want those sushi. Yeah, you say you go with the truck, you know the truck can go there, it's too low. I know. Gotta use the car. Вот он наш молл, вернее, вот эта парковка. Парковка, мне кажется, больше, чем сам этот молл. Парковка, конечно же, платная, как и все парковки в Нью-Йорке. Вообще в Нью-Йорке, что ни шаг, то нужно платить. За все нужно платить. На пляж. На пляж? Нет, какой пляж? Where you hit that? Oh. Давай, билетики при выезде нужно будет заплатить. В зависимости от того, сколько мы времени проведем. По-моему, если я не ошибаюсь, 1 час $3 стоит. One hour $3, right, babe? Парковка, конечно, огромная. Здесь сколько? 3-4 этажа. Наверное, 4. Еще и не всегда можно найти дырочку. Сегодня что? Ну, сегодня пятница. Сегодня народа в молле. И смотрите, все, все занято. Вон люди ездят, ищут парковку. А вот нет.
А, нет, это мотоцикл стоит. Еще не найдешь парковку. Люди приехали. Парковку? На шопинг в мол. Вон парковку. Парковка, парковка, скажи. Вон парковка. Парковка, да. Парковка. How you say парковка in Spanish? Паркео. Паркео? Почти. Everything with парковка. Почти. Паркео. Одинаково. Паркео. Паркинг. In English, по-английски parking, парковка и паркинг. That's what I said. Even the Cybertruck. Ну, да, и даже Cybertruck. Все больше и больше таких машин появляется у нас. Ну и что? Мы здесь час только проездим, парковку будем искать. Да? Мотоцикл? А, да, да, сказал, уезжает. Отлично. Вот такой наш местный мол. Здесь 4 этажа. Да, давно мы сюда не приезжали. Victoria's Secret. Тоже давно я не была в Victoria's Secret. Да. Я хочу сразу. Hola. Я тоже. Чтобы? Я о чем-то говорю. Он о чем-то говорит. Я хочу пойти. Пойти сразу покушать. Вот здесь муж у меня любитель всяких кроссовок. Цены здесь, я вам скажу. $425. Обалдеть, Nike. Набрызгал парфюм. Ему понравился. It's right there. I know. А вот наши суши. Такой здесь суши-буфет. Садишься. Рядом с тобой проезжают разные-разные тарелочки с суши. Хватаешь любую и наслаждаешься. А цены на эти суши в зависимости от цвета тарелочки. Суши вкуснючие. Муж себе еще заказал супчик. Мисо-суп. Ну кто ж такой ложкой ест? Да флан tastes like miso. Ест торт. Чудо ты моё. Нет ложки, он взял. Я не знаю. Ай. Поели мы суши, так вкусненько было. А муж говорит, я хочу тебе купить подарок. Сегодня пришла ему зарплата на карточку. Выбирай любой подарок на $100. Говорю, ну ладно, давай зайдем в Foot Locker. Посмотрим, какие там мне кроссовки новые.
так. В мол ехали. Только, только суши покушать. Ага, муж себе купил вот такой вот парфюм. Запах обалденный. Арабский парфюм, да. Одеколон. For, let me see, Arab plate, everybody like. Ну, конечно же, своей любимой жене подарочек купил. Он хотел мне тоже купить парфюм. Но я сказала, у меня парфюмов вот так вот. Я недавно, буквально пару дней назад, купила себе парфюм из Зары. Я хотела новые кроссовки. Та-дам! Какие же они классные, какие, no, they cute. Какие они like удобные, какие они яркие. And look, you say you want something blue, look, baby blue. Да, я хотела именно. У меня есть такие черные, у меня есть такие оранжевые, у меня теперь есть голубенькие. Я хотела, хотела новые кроссовки для отпуска. Мы же едем в отпуск через 3 месяца, поэтому для нас это будет новая страна, будет очень необычный, классный отпуск. Но я вам пока не говорю, куда мы летим. Да, подходит тебе. Пока я вам говорить не буду. Попозже узнаете, куда мы полетим через 3 месяца. Это будет новая страна. Будет очень интересное у нас путешествие. Так, мои новые кроссовочки, кроссовочки. Взяла 7,5. Вообще-то у меня размер иногда 7,5, иногда 7, иногда 8. У меня мои черные с белым 8. И они на мне, ну так, знаете, идеально. А вот эти мерила 8, они такие огромные. Говорю, давай мне 7,5. Но я мерила на очень-очень тонкий носок, знаете, из магазина, такой, такой как сеточка. Мне нужно дома их хорошо померять с... Фух, как он быстро едет, я аж испугалась. Померять с обычным носком. Ну, думаю, 7,5 отлично. И муж себе в этом же магазине, где покупали... Шопоголики мы, конечно, страшные. Муж в том магазине, где пока я мерила кроссовки, он себе купил вот такие вот брюки. Классно. Ну, все-таки наши покупочки. Мы сейчас едем в гипермаркет. Кое-что нужно из продуктов купить. А где парфюм? Where is the perfume? Ой, пареньки. А, да, я уже бросила сюда. Короче, какой-то арабский парфюм. Не парфюм, а одеколон мужской. Ну так, мы понюхали, муж побрызгал. Девочка говорит, да, можете побрызгать. Он побрызгал на руку. И знаете, пока пошли, покушали суши, муж говорит, такой запах классный. Ему так понравился. Вернулись, купили. Парфюм стоит $60. Давай. Okay, классный запах, такой, знаете, мужской, мужской, свежий запах. Oh, wow. Ого, wow. Этот колпачок какой тяжелый.